Я приглашаю вас в сказку, в желтой пыли, незаметно меняющей маску. Где-то внутри точно скрыта подсказка. В диких МС наши лица закроют повязка. Поведу по районам, где гуляла Сара, по полям, где отчет времени берет начало. Представлю свой мир идеалов Левина. Вот он, огонь в глазах, что поманил нас. Вот он, мой путанный образ. Ступай на голос, и пусть он тебе заменит компас. Сайфа просто будет опознан по затуманенным идеям, где-то под носом их спрятав, также спрятав пароли. Ключи к метафорам найдешь, послушав историю. Это сюжет, а тонкую нить. При входе сюда очень важно спросить: как дела? Аль-Альхамдулила, лавка моя давала, полна добра. На, выбирай свой собственный клад. Брат, это не мне, небу хвала. Как дела? Аль-Альхамдулила, лавка моя давала, полна добра. На, выбирай свой собственный клад. Брат, это не мне, небу хвала. Максимально избавлю от хлама. Ну да, чтобы цель ярко сияла, чтоб не попал в тупики незнакомых кварталов. Пойдем поищем Атлантиду, дело за малым. Давай наведем мосты все длиннее и шире. Именно так много нового узнаешь о мире. Именно в такт сердцу вернемся на мили. В глубины памяти к моменту, что еще не остыли. Где до сих пор диалог двух внутри там? Шепчет справа Всевышний, слева шайтан. Боль ран, мой стимул, двигатель мотора. Дождь слез перестанет лить, надеюсь, что скоро пора объяснить кому, что и зачем. Кто оставляет раны на сердце глубже, чем все. Где потерялся сам и как меня искать. О всем об этом сейчас хочу рассказать. Как дела? Аль-Альхамдулила, лавка моя давала, полна добра. На, выбирай свой собственный клад. Брат, это не мне, небу хвала. Как дела? Аль-Альхамдулила, лавка моя давала, полна добра. На, выбирай свой собственный клад. Брат, это не мне, небу хвала. Это не мне, небу хвала.